И привет, мои видеозрители, тот, кто просто попал на это видео. С вами Олег, и сегодня я вам буду показывать, как же создать свой сервер на Агарио и управлять собой, то есть своим шариком. Не знаю, как их называют. Как угодно, то есть добавлять сколько угодно ей массы, только не переборщите с добавлением, потому что сервак может просто зависнуть. И точно так же можно просто управлять всеми, добавлять ботов там, ну и так далее. Итак, давайте я вам покажу, как же это сделать все-таки. Первое, что вам нужно, это скачать вот эти вот два файла, которые скачаются с Яндекс.Диска, они будут упакованы архивом. Вам все, что нужно будет сделать, это их разархивировать. Думаю, все знают это, как это сделать. Просто нажимаете по архиву правой кнопкой мыши и нажимаете извлечь в и название. В общем-то, первое, что нам нужно сделать, это установить одну программку. Это Node.js. Открываем установщик. Next. Соглашаемся с правилами. Next. Ну, самая обычная установка, короче. Тут ничего не меняем в том окне. Нажимаем Next. Нажимаем Install. Ждем, пока у нас прогрузится программа. Так, она у меня будет долговато реагировать как-то. Ну ладно, пока что поставлю. Итак, все, вот пошла у нас загрузочка. И она сейчас быстренько пойдет. Вот уже пошли копирование новых файлов. Точнее, пошло. Так, давай. Не заставляй зрителей долго ждать. И меня тоже. Так, все, он уже заканчивает. Вот у нас все обновилось. Ну же. Все. Нам вылезло окно, то, что все готово. Нажимаем финиш. Так, давайте чуть подождем, пока все файлы обновлятся. Ну ладно, не будем ждать. Открываем папочку. А, не-не-не, еще пока что не открываем. После того, как вы установили программу, установщик нам больше не нужен. Теперь мы не просто нажимаем правой кнопкой по рабочему столу, потому что тут нету этого пункта, который нам сейчас нужен. Мы зажимаем Shift и нажимаем правой кнопкой мыши по любому пустому месту на рабочем столе. Как вы видите, у нас здесь появилась новая строка. Это открыть окно команд. Мы нажимаем на нее. У нас открывается командная строка. И здесь мы пишем npm install. Блин. Забываю стереть. Install vs. Эта надпись будет в описании, чтобы вам так долго не писать. Нажимаем Enter. Ждем чуть-чуть. Видите, вы, наверное, тут видите, у нас тут крутится так. Короче, идет загрузка, вот. Все, теперь вы должны подождать, пока вылетит опять эта надпись, вот эта, типа то, что мы это для рабочего стола. Вот у нас создалась здесь такая папочка, мы ее не трогаем. Просто куда-нибудь можете перенести, чтобы она вам не мешала. Но ни за что ее не удаляйте. Так, все, у нас дошло до вот этой надписи. Нажимаем закрыть. Открываем вот эту вот папочку. Открываем ее. Заходим в СРК. Открываем. И здесь мы открываем вот этот start.bat. Открываем. Все, он у нас написалось, то что вот эти вот три строчки у вас должно написаться. И теперь все, мы сервер создали, теперь как же на него зайти? Заходим в любой браузер и пишем здесь, ну, обычный сначала Агарио пишем. А потом еще добавляем такую, ставим слэш, вопросик IP
равно 127.0.0.1. Двоеточие 443. Заходим. Эта ссылочка также будет в описании. А, блин, я забыл вопросик здесь поставить. Почему ты не поставился, а? Почему у нас здесь не поставился вопросик? Вот, все отлично. Теперь давайте напишем себе свой ник. Так, пишем все. Как видите, мы на первом месте. Мы один на этом сервере. Также, если вы откроете порты, сюда смогут заходить и обычные люди, и вы сможете их троллить, потому что вы тут админ, и можете спокойно потроллить своих игроков. Ну ладно, давайте, значит, куда-нибудь отойдем сейчас в угол. Ну, короче, открываем нашу строку. Итак, давайте объясню вам команды. Тут очень много команд, но... Думаю, самые нужные это как раз таки вот эти три, о которых я вам сейчас расскажу. В общем-то, первая команда это масс. То есть нам ставится масса. То есть масса дается по игрокам, по айдишникам. Ой, точнее не три, а хотя да, три команды, все, простите. В общем-то... игрокам масса дается, масса дается игрокам по айдишникам, то есть нам надо написать айдишник. Наш айдишник это один, потому что мы были первым на этом сервере. А дальше, то есть у всех остальных игроков вы никак не узнаете и айди, какое вот у именного игрока оно. Ну ладно, масс 1, то есть мой айдишник. И сколько нам нужно массы, то есть давайте 1000, например, напишем пока что. Оп, нам добавилось 1000. Давайте еще чуть-чуть добавим, потому что не хочется таким маленьким бегать. Давайте, например, 10 000. Вот 10 000, отлично. Все, добавили себе тени, и у нас теперь 10 000, короче. В общем-то, вторая команда это у нас ад бот, то есть который добавляет ботов, и число их. Давайте добавим, например, 100. Вот у нас появились боты. Они могут быть названы бот и их номер, а могут быть названы просто каким-нибудь скином. Вот как видите, вот сколько их уже бегает. Давайте еще чуть-чуть добавим. Ад бот 100. И вот таким вот образом можно вообще веселиться. Ну, в общем-то, и последняя команда это kill. То есть мы пишем kill и айдишник игрока. И его убивают. Ну, не знаю, тестить ли на себе. Давайте попробуем. Потом, если что, быстренько добавим массу себе. Так, kill 1. Отлично, как видите, меня все убили. И теперь, так. Давайте себе сразу же подготовим массы. Массы. Так, массы давайте 15 000. Ладно, давайте 12. Так уж и быть. Так, play. Меня уже съели. Так, так, так. Открываем командную строку. Опа! Блин. Ну ладно. Вы меня уговорили. Теперь я добавляю себе 100 000. Все. Я тут король. В общем-то, вот так тут можно веселиться здесь. И да, как только вы пишете, если вы разделены на очень много частей, то если вы напишете большое число, такое как 100 000, то оно... Ну, короче, огромное число, если вы напишете. Точнее, не очень огромное и не очень маленькое. Если вы напишете, то вам добавится эта масса как раз-таки вот на все вот эти разделенные части. Я не знаю, конечно, почему так. Ну, давайте себе добавим 500 000. Ой, забыла айдишник написать. Вот, как видите, они, как бы, я написала слишком много, чем надо было. И они, как бы, поначалу у меня уменьшились. Ну, а потом уже... Ну, короче, вы поняли. А потом уже уменьшились. Ну, в общем-то, давайте
какому-нибудь сейчас боту дадим, который под номером 2. Дадим ему немного. Ну, как немного. Давайте 10 тысяч. Нет, мы его сразу же съедим. А почему? А почему бы нет? Почему бы не 100 тысяч? Так, блин, он, походу, умер в этот момент. Давайте еще раз. Блин, он все время помирает. Вот меня бесит, вот когда вот боты помирают. Опа! Гитлеру повезло у нас сегодня. Но мы все равно съедим. Несмотря ни на что. Если сейчас будет вот так-то дальше продолжаться, то я добавлю себе массы. Я просто не выдержу. В общем-то, вы поняли, как это все дело сейчас. Буду заканчивать видео уже. Блин, никто не, никого не может сожрать. Ой, Гитлер, Гитлер. Но я все равно больше него, так что добавляю массы себе. 1 миллион. До свидания. О, боже мой. Уменьшайся. Эй, смотрите на счетчик. Офигеть. Да уж, это очень круто. Реально, можно повеселиться здесь, добавить. Давайте добавим еще ботов. Не, давайте 5000. Блин, сервак залагал. Нет, 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 отвечает. Оп. Офигеть, блин. Мне, наверное, блин, у меня же комп виснет. Надеюсь, вы меня сейчас слышите. Потому что я же только сейчас понял то, что у меня комп виснет. Так, ладно, давайте себе кинем. Точнее. Короче, стопаем сервер. Так, все, мы стопали сервер. Если вы меня в этот момент не слышали, то, короче, у нас крашнулся сервак. Да, я просто не знаю, слышали вы меня или нет, потому что я знаю особенность бандикама, когда комп зависает, он этот фрагмент не записывает. Ну ладно, думаю, буду заканчивать на этом. И да, если даже вы не увидели, то он... Мы добавили 5000 ботов. И у нас залагал сервак. В общем-то, вот я закрыл сервак, и вот что у меня. В общем-то, будем заканчивать. Будем заканчивать. Надеюсь, вы все поняли. Давайте я это удалю, потом сам... потом создам, ссылочки будут в описании. Кстати, вот эта папочка будет называться по-другому, так что не обращайте на это внимания. Ну ладно, ну а если тебе понравилось видео и ты хочешь больше таких видео про туториалы, как что сделать в Агарио, короче, вы поняли, то поставь лайк. Но если тебе понравилось видео и... Что-то я повторяюсь, нет? Но если ты первый на канале, то обязательно подпишись. Ну а с вами был TheOPlay. Всем надеюсь, встреч. Всем пока-пока.